Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у нас в рамках нашего цикла «Историк за верстаком» в качестве собеседника известный российский историк Татьяна Таирова. И первый вопрос, который мы традиционно, с которого уже традиционно мы начинаем наш цикл: как и почему вы вступили на стезю историка? И я, пожалуй, задам еще уточняющий вопрос. Был ли предопределен ваш выбор и специализация по истории Украины вашими корнями? Добрый вечер. Большое спасибо за приглашение, за то, что у меня есть возможность пообщаться. Наверное, все-таки выбор мой изучения истории был связан с традиции семьи, в которой большое внимание всегда уделялось истории. Такая много поколений ленинградской интеллигенции. У нас 6 поколений питерцев в семье, и мы хорошо знали, так сказать, наших предков там где-то до 17 века. И моя мама искусствовед, она заканчивала исторический факультет Ленинградского университета. В семье было очень хорошее собрание книг, в том числе Брагауза и Фрона в оригинале. И поэтому увлечение историей, наверное, оно было довольно естественным. Что касается увлечения историей Украины, то это у меня началось достаточно рано, скажем так, в юношеские годы, и было обусловлено увлечением вообще военной историей, военной, я бы сказала, приключенческой истории, которая плавно перешла из Франции, из мушкетеров в казачество. И должна я за это благодарить, прежде всего, Николая Костомарова, потому что, когда я прочитала где-то в 14 лет Богдана Хмельницкого Костомарова, я настолько увлеклась вот его изумительным изложением событий, увлекательностью и романтизмом украинского казачества, что вот с этого момента у меня такое появилось устойчивое увлечение украинским казачеством и Речью Посполитой, и польской тематикой. Так что никаких таких вот связей с предками здесь не было. У меня нет украинских корней, скорее есть польские. Вот. Но увлечение историей – это все-таки шло из семьи. Вы не пожалели, что стали историком? Нет, я очень люблю историю. Я считаю, что это безумно интересная профессия, что она превосходит своей увлекательностью большинство других. И это то, чем я безумно люблю заниматься. Я очень счастливый человек, потому что я занимаюсь тем, что я очень люблю. А вы учились на историческом факультете Ленинградского университета и окончили его в 89 году. А какая была атмосфера на историческом факультете в эти годы? Кто и что вам вспоминается из той поры? Ну, вы знаете, я застала золотой век Ленинградского университета, исторического факультета, когда у нас преподавали совершенно потрясающие люди. У нас в это время преподавали плеяда блестящая медиевистов, Курбатов, Якубский, Немилов. У нас преподавали великолепная плеяда с Восточного факультета, нам читали историю Китая, историю Ближнего Востока. Совершенно потрясающие были лекции. И вообще вторая половина 80-х годов – это время перестройки. Перестройка началась, когда я была на первом курсе. Все начало открываться, началась гласность. И, наверное, ни одно более поколение историков не застало такую атмосферу открытости и стремления сказать то, о чем молчали десятилетиями.
Это было стремление со стороны наших преподавателей, наших профессоров. Это было безумно интересно. У нас были совершенно уникальные семинарские занятия, на которых мы спорили, дискутировали. Была очень открытая атмосфера. И вот я знаю, что мои еще, слава богу, живые профессора, они вспоминают вот ту атмосферу как удивительную, потому что студенчество вот моего выпуска, оно было безумно мотивировано желанием заговорить о каких-то темах, которые до этого были закрыты, и обсудить их, и двигаться как-то дальше. Это была удивительная атмосфера. Простите, я правильно понял, что вот эти медиевисты, которых вы перечислили вначале, это школа Гревса? Школа кого? Гревса. Ну, это, да, это наша блестящая ленинградская школа медиевистов, да. Ну, там было не только медиевисты блестящие, там у нас было вообще поколение профессоров, та, которая уже ушла, и сейчас уже, к сожалению, никого нет живых. Это были люди, которым уже тогда было, ну, скажем так, за 70. Давайте про следующий этап. Вы как-то очень быстро, сразу в 90-м году, очень вскоре после окончания университета, поступили в аспирантуру не куда-нибудь, а в Канадский институт украинских исследований. И дальше стажировались и учились в Гарварде. Поделитесь своими впечатлениями об этой эпохе. Что это вам дало? Ну, я хочу сказать, что я закончила университет с очень хорошим дипломом. В отзыве моих официальных рецензентов говорилось, что это практически готовая кандидатская диссертация. Но, тем не менее, мне не удалось поступить в аспирантуру, потому что в тот год не было мест. Я пошла работать в школу. Ну, я предпочитала, мне было интереснее работать в школе, чем работать в архиве. Хотя у меня была возможность выбора, но вот мне было интереснее преподавать. И параллельно я продолжала, я оформилась соискателем и ходила на семинар своего научного руководителя Руслана Григорьевича Крынникова, очень известного историка. И в частности, вот на его семинарах я познакомилась с приехавшим к нему на стажировку, очень тогда уже известным, тогда еще достаточно молодым специалистом из Австрии, Андреасом Капелером, который был у нас на семинаре, и мы с ним разболтались на английском языке о истории Украины. И он обещал написать обо мне своему приятелю в Канаде, так как рассказал, что там тоже занимаются историей Украины, им будет интересно, что кто-то этим занимается в Ленинграде. После чего у нас завязалась переписка с канадскими историками, мы обменялись книжками, они мне прислали свои, а я прислала ту маленькую статейку, которая к тому времени у меня уже вышла. И после чего они мне предложили участвовать в всемирном конкурсе на грант для обучения в аспирантуре в Канадском институте украинских исследований города Эдмонтона, это дальний запад Канады. И вот к своему большому изумлению, я, будучи россиянкой из Советского Союза, я выиграла этот конкурс и поехала туда на обучение. Это был 90-й год. А как много времени вы там провели? Год. Ну, почти год. И они мне сделали так, что я смогла 2 месяца из этого периода стажироваться в Гарвардском университете, в Гарвардском институте украинских исследований. Это было совершенно потрясающее впечатление. Я там была весной 91 года, то есть это еще время Советского Союза. А в Гарварде мне тогда имелась такая удивительная возможность выступить с докладом перед ведущими профессорами Гарвардского университета.
И тогда еще были живы такие легенды исторической науки, как Эдвард Кинан, как Амельян Прицак, как Игорь Шевченко, ну и целый ряд других. Это было совершенно удивительное впечатление и, конечно, совершенно потрясающий опыт, потому что, во-первых, я узнала литературу, о которой мы не подозревали в Советском Союзе. Она не то, что она как-то меняла вот все наши знания об истории Украины, она просто расширяла поле зрения, она расширяла возможность различных взглядов, различных интерпретаций. И это был, конечно, удивительный опыт. Я хотел вас спросить о вот этой странной и удивившей меня истории, когда в 92-м году вас исключили из аспирантуры из ЛГУ за украинский национализм и участие в деятельности украинского движения «Рух». Как так получилось? Ведь 92-й год – это время, в общем-то, довольно большой свободы. Ну, это получилось благодаря влиянию личности в истории. Такой личностью был тогдашний декан исторического факультета Игорь Фраянов, который, ну, скажем так, не любил все, что связано с историей Украины, и не любил лично моего научного руководителя в тот момент, Юрия Давидовича Марголиса. И вот, вот это сочетание двух факторов, а также того, что я поехала в Канаду во многом вопреки его воле, он считал, что это совершенно не нужно делать. Но вот это мне все вылилось, то, что мне не дали защитить кандидатскую диссертацию, которую я привезла готовой из Канады. Это была очень хорошая диссертация на очень широком круге источников, великолепная. О чем она была? Она была о руине, периоде руины в истории Украины, гетманстве Ивана Выборгского, предпосылки причины руины в украинском гетманстве. Игорю Яковлевичу Фраянову не понравился сам термин «руины». На заседании ученого совета он сказал, что это костомаровщина, и что о его, так сказать, скажем так, ну, члены совета, которые его очень активно поддерживали, они, значит, сказали, что это пособничество руху и, значит, украинский буржуазный национализм. Но учитывая, что я русская, а мой научный руководитель был еврей, то это был особенно интересный вариант украинского буржуазного национализма. Вообще, конечно, очень удивительная история, которую, скорее, можно было бы ожидать в советские годы. Причем даже совсем не в перестроечные, да, вот такое в 92-м году. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем научном руководителе, какое он влияние для вашего становления. Ну, скажем так, у меня было два научных руководителя. Юрий Давидович Марголис, совершенно потрясающий человек, занимавшийся историей Украины и историей Шевченко. А у него обе диссертации связаны с политическими взглядами Тараса Шевченко, в связи с чем он очень хорошо знал историю, конечно, гетманщины, гетманского периода, потому что Шевченко в своих трудах очень много писал, воспевал гетманщину. А у Юрия Давыдовича были совершенно уникальные дружественные отношения с украинскими коллегами, и в Киеве, и в Днепропетровске, и поэтому, когда я еще была студенткой буквально там второго курса, он уже тогда меня отправил в Днепропетровск и познакомил с ведущими специалистами, такими как Мыцек, Ковальский, Плохий,
ныне директор Гарвардского института. То есть это был где-то там 86-й год. Затем я поехала в Киев, познакомилась с ведущими специалистами киевских институтов, университетов. Это было, конечно, совершенно потрясающие возможности и очень интересный обмен знаниями. Я, кстати, тогда вообще почти не понимала украинский язык, но в Днепропетровске, правда, все почти говорили по-русски. Юрий Давидович был удивительным педагогом. Он очень хорошо умел поддерживать своих учеников, развивать их, подталкивать, делать совершенно правильные какие-то толчки в направлении их развития. Например, он посоветовал мне на 5-м курсе полететь в Новосибирск для участия в всесоюзной конференции. И там надо было выиграть с докладом, занять обязательно первое место. И тогда получалась возможность опубликовать свою статью. Вот я полетела в Новосибирск, выиграла первое место, опубликовала свою статью. И, собственно говоря, благодаря этой статье потом поехала в Канаду, потому что именно ее в Канаде и прочитали. А вторым моим научным руководителем был Руслан Григорьевич Скрынников. Тоже, ну, он выдающийся историк, конечно, прежде всего источниковед, который занимался 17 веком, но не Украиной. И вот поэтому я была между ними двумя, они так очень мирно меня делили. И у Руслана Григорьевича Скрынникова я с первого курса ходила всегда на его семинар, и нас обязательным было частью занятий это чтение источников. У него было множество фотографий из архива, Центрального архива государственного древних актов в Москве. И вот эти скоропись, русскую скоропись, он обязательно заставлял читать. Ее надо было... Простите, семинар был о смуте? Что был? Семинар был о смуте? Ну, он был не только о смуте, он был гораздо шире, он был о всяких событиях 17 века. И мы занимались очень разными вопросами 17 века. Но читать надо было обязательно источники, как раз дело смуты, дело об убийстве царевича Дмитрия. И вот эти знания скорописи, оно передавалось, там аспиранты науськивали первокурсников, как читать эту скоропись. И поэтому чтение скорописи, это было, ну, must. Ты великолепно ее читал, и вопросов не возникало. Так что два моих научных руководителя была совершенно уникальная школа, была разная, но очень интересная. Так, скажите, а где вы, наконец, защитились и с чем? А кандидатскую диссертацию я в результате защитила в Институте истории Украины, Национальной академии наук Украины в Киеве в 1994 году. Тогда мне еще ее разрешили защитить на русском языке, тогда еще можно было текст диссертации на русском языке. Ну, в принципе, я могла гораздо раньше защититься, но пока бюрократические все препоны были преодолены, я защищала ее там. И моими оппонентами были член-корреспондент Украинской академии наук Федор Павлович Шевченко, ведущий специалист казацкого периода, и Валерий Степанович Степанков, сейчас, наверное, такая фигура номер один, а тогда еще только кандидат наук в истории, изучении истории казацкого периода. Защита прошла очень хорошо, хотя там тоже были проблемы, в том смысле, что один из оппонентов, а именно академик Шевченко, предложил присвоить не кандидатскую, а докторскую степень, ну и потом с этим было связано много бюрократических препонов. Татьяна, а тему вы не называли? А тема предпосылки руины на Украине, значит, гетманство Ивана, конец гетманства Богдана Хмельницкого, гетманство Ивана Выговского. Скажите, пожалуйста, они попрекали вас тем, что вы защитили кандидатскую диссертацию на Украине? У вас не было проблем, это ведь уже другая страна, у вас не было проблем затем с признанием этой кандидатской, ее статуса? Нет, очень
Технически там у меня была выполнена какая-то процедура, что это было признано, а когда в 2003 году у нас сменилось руководство факультета и деканом стал новый человек, он сразу же мне позвонил и пригласил на работу, и никаких вопросов с тем, что у меня была кандидатская защищена на Украине, не возникало. А докторскую я уже в 2004 году, через полгода после поступления на работу в СПбГУ, и защитила в Петербурге. А и в развитии вопрос, в развитии темы. Вам не приходилось сталкиваться с упреками, что несколько книг своих вы написали, ну и статей на украинском языке? Потому что вот когда сделали объявление вот на нашей встрече, я обратил внимание, что кто-то из посетителей Фейсбука достаточно, я бы сказал, нервно отреагировал на то, что часть ваших книг по-украински. Ну, во-первых, я же их пишу не в оригинале, это переводы. Сейчас я некоторые статьи уже сама пишу. Вот. Но дело в том, что у меня очень много книг, которые выходят в переводе на украинский язык. И сейчас есть книжка, которая выходит уже на английском языке. Вот. Сейчас рассматриваются еще и другие языки. Но у нас, например, в университете за публикацию монографии на украинском языке идет большая надбавка, потому что другая страна, другой язык, и это считается очень престижно, и это приветствуется. Можно все-таки мы от формальных частей перейдем к содержательным. Вот что именно вы считаете своей заслугой в научном плане в изучении гетманщины, мазепы, руины? Ну, на самом деле много что было сделано и что делается. Я думаю, что одно из таких самых весомых вещей — это введение в научный оборот крупных комплексов источников. Например, был мной введен в научный оборот так называемый Батуринский архив. Это то, что сохранилось от архива, который находился в Батурине, когда гетманом был Иван Мазепа, и после захвата Батурина войсками Александра Меньшикова часть этого архива была вывезена и сохранилась в Санкт-Петербурге. И вот я ввела в научный оборот этот архив просто для того, чтобы понимать важность этого. Надо отметить, что не сохранилось ни одного гетманского архива. Архив Богдана Хмельницкого несколько раз погибал, там первый раз под Берестечком, потом в Чигирине. В Чигирине погиб вообще весь гетманский архив, уже более поздних гетманов. И вот поэтому находка хотя бы части архива времен Мазепы, она дала нам уникальную возможность понимать вообще структуру, как архив строился, как он хранился, какой тип источников в нем был, ну и так далее. То есть вот Батуринский архив, его публикация — это, конечно, одно из таких наиболее интересных этапов моей работы. Уже вот совсем недавно, в этом году, под моим руководством выпущен впервые полный текст летописи Самойла Величко. Это крупнейшая летопись казацких времен, описывающая события Украины до начала 18 века. Крупнейший такой памятник казацкой эпохи, он хранится у нас в Петербурге. И вот впервые за 300 лет он введен полностью в научный оборот. Для Украины это стало настоящей сенсацией. Ну и мы сейчас планируем очень крупную презентацию в России, так как это тоже имеет очень большое значение для понимания вообще истории Восточной Европы раннего нового времени. Но если брать исключительно мои монографии,
то, наверное, мой такой самый большой интерес был связан с рядом вещей. Это события на Украине середины 17 века, это время руины, причины руины, это гетманство Выгодского. Я к этому вопросу обращалась еще в своей кандидатской диссертации, а совсем недавно вернулась к этим вопросам в своей монографии «Инкорпорация присоединения Украины к России» в 1654 году. Это вот комплекс проблем, комплекс очень интересных вопросов, которые я рассматриваю в связи с этими событиями. Другая фигура – это, конечно, Иван Мазепа. И меня интересовала прежде всего его роль в создании Российской империи. Вот события 1708 года, его переход к шведам для меня как-то всегда был вторичен, а именно его роль в создании Российской империи для меня всегда была наиболее интересна. И именно на это я уделяла наибольшее внимание. У меня, в частности, вышла монография Ивана Мазепы «Российская империя», которая была переиздана в расширенном виде на украинском языке. И вот в этом году вышла в еще более расширенном виде, очень престижном издательстве «МакГилл» в Канаде, которое входит в топ-10 мировых издательств. И мне было очень приятно, что такими крупнейшими рецензентами этой книжки выступил наш ведущий российский петровед Евгений Анисимов и ведущий американский петровед Пол Бушкович с очень высокой оценкой этой моей монографии. И я надеюсь, что сейчас англоязычный мир для себя откроет много нового по истории взаимоотношений Украины и России конца 17-го, начала 18 века. Все-таки хоть коротко скажите, в чем же роль Мазепы? И чем, собственно, образ Мазепы, который открывается вам как историку, отличается от, безусловно, доминирующего в широкой публике культура? Ну, наверное, прежде всего тем, что Мазепа внес очень большой вклад в формирование Российской империи. В частности, под его руководством, при непосредственном его участии, были достигнуты блестящие победы во время днепровских походов, так называемых азовских походов, и в этом была ключевая роль украинского казачества лично под руководством Мазепы, который также осуществлял очень большое влияние на Петра в осуществлении его внешней политики на Юго-Востоке, то есть с Османской империей и Крымом. Затем влияние Мазепы и мазепинского барокко на формирование российской церкви. Вот, в принципе, вся церковь времен Петра – это украинская церковь, это украинские выдающиеся деятели и Дмитрий Ростовский Туптава, и Стефан Яворский, и Феофан Прокопович – это люди, которые пользовались непосредственной личной протекцией Мазепы и, собственно говоря, создали Российскую империю на идеологической базе, на идеологическую базу Российской империи. Ну и влияние культуры украинской, опять же, мазепинской, барочной культуры, которая создавала все ведущие российские учреждения образовательные, такие как Греко-Латинско-Славянская академия в Москве, как школы в Петербурге, например, школа Феофана Прокоповича, как множество других образовательных центров от Тобольска до Холмогор, то есть по всей огромной географии Российской империи. Ну, то есть, вот, наверное, вот это вот позитивное и очень глубокое влияние, которое было оказано на Российскую империю, начиная с мазепинских времен и затем плавно переходим на весь XVIII век.
Меня удивило, что за открытие публикацию Батуринского архива вы получили, вы были награждены орденом княгини Ольги Третьей степени. Меня удивило неординарность этого события для судьбы историка. Расскажите, пожалуйста, как ваша работа, соответственно, встречена и со стороны коллег на Украине? Ну, это было связано с тем, что где-то примерно в 2008-2009 годах предпринимались очень большие усилия на Украине по созданию заповедника «Гетманская столица» в Батурине. Там шли очень большие раскопки, археологические работы, и воссоздавался комплекс, и ко мне мои коллеги обратились с просьбой о поддержке, помощи. С черниговскими археологами, черниговскими историками меня связывала долгая дружба еще со студенческих времен, и я сказала, что все, что я могу, я с удовольствием сделаю. И как раз вот совпало, что в это время Игорь Данилевский по просьбе академика Чубарьяна обратился ко мне, чтобы я написала статью про Ивана Мазепу, которая бы изменяла российский взгляд на эти события. Статья вышла в журнале «Новая новейшая история», и она действительно, ну, пересматривала наши взгляды на Мазепу. И когда я искала материалы по Мазепе, я случайно нашла Батуринский архив, о чем я сразу написала своим коллегам на Украине, в Чернигов. Они были страшно этим заинтересованы. Многие материалы Батуринского архива для них носили уникальный характер. Я, конечно, с этим всем поделилась. Мы срочно начали публикацию материалов. Ну и вот это все совпало с возрождением Батурина, когда на самом деле была награждена очень большая, много историков Украины, которые принимали участие в возрождении в общем, разные, но, скажем так, благодарность и позитивное восприятие того, что было сделано, она все-таки, конечно, доминирует. Я уже напрямую спрошу. Вот эта политическая конфронтация не мешает научному обмену? Ну, она мешает именно потому, что в Академии наук Украины были спущены документы, которые препятствуют официальному институциональному обмену между нашими странами. Но мы находим пути по преодолению этих запретов, и в частности летопись «Величко» вышла у нас в Киеве под грифами Института истории Украины академического и Санкт-Петербургского государственного университета, двух институции, российской, украинской, и вот, несмотря ни на что. Как я понимаю, у вас в университете, соответственно, отношение к вашим исследованиям
целом доброжелательно и всячески поддерживаются. Да, и вот у нас функционирует Центр по изучению истории Украины, которого я являюсь директором. Он был создан еще в 2004 году. Ну и вот я ощущаю всяческую поддержку со стороны своего непосредственного руководства, потому что, в общем-то, мы все полагаем, что необходимость сохранения культурных связей между Россией и Украиной, она очевидна, и тут, я думаю, особых сомнений быть не может. Нельзя чуть подробнее, мы как-то проскочили этот момент. Вы писали об инкорпорации Украины. Это все-таки совсем другое слово, нежели привычное нам с советских времен воссоединение. Ну, во-первых, сейчас уже все-таки воссоединение не используют, обычно говорят о присоединении. А инкорпорация, тут имеется в виду процесс. Процесс, как конкретно осуществлялось бюрократическое включение Украины в состав России. И в этой монографии я рассматриваю первые там, 4 года после официального присоединения Украины к России и рассматривают именно, как осуществлялось бюрократический процесс отношений между структурами московскими, воеводами, малороссийским приказом и гетманскими структурами, какие были проблемы, какие были взаимонепонимания, потому что взаимонепониманий было очень много на уровне языковой разности, на уровне различий ментальных и различий традиций, потому что за Украиной, украинским гетманством стояла традиция Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, за Москвой стояла традиция Московского княжества, и это была очень серьезная юридическая разница. И поэтому тут возникало очень много именно взаимонепониманий. И поэтому я шаг по шагу в эту монографию рассматриваю, как вот это все происходило, почему через всего 4 года после присоединения первый раз происходит раскол, и Украина возвращается к Речи Посполитой. Ну вот, собственно говоря, вот об этом книжка. Скажите, пожалуйста, о вашей книге «Повседневная жизнь, досуг и традиции казацкой элиты украинского гетманства». Это книга, как она была встречена аудиторией? Ну, вы знаете, она встречена с большим интересом, причем как в России, так и в Украине. Писать о повседневности всегда очень сложно, потому что для этого нужно очень специфический материал. Этот специфический материал набирается крупицами в течение многих-многих лет, когда ты изучаешь вот какой-то предмет. Случайно ты встречаешь, что кто-то сел на кровати, там дальше было что-то, кто-то там где-то описывается, что это происходило, вот, например, в такой-то комнате, и подавали то-то на обед и так далее. Таких свидетельств на самом деле мало, и они очень по крупицам разбросаны по огромному количеству источников. Поэтому вот если ты целенаправленно задашься задачей написать повседневность, ты, наверное, это не сможешь сделать. А когда ты смотришь тысячи источников из-за совершенно других целей, случайно что-то встречаешь и выписываешь, то в конечном счете через десятилетие у тебя набирается какой-то уникальный материал. И вот когда у меня этот уникальный материал уже набрался, я захотела написать «Повседневную жизнь», потому что на самом деле, вы знаете, наибольшее изумление эта книжка вызвала именно у украинских читателей.
потому что в их представлении казаки – это что-то такое, которое вечно сражается и борется, ну, конечно, в шароварах и, значит, саблями рубится своими врагами. А я описывала повседневность такую очень любопытную, когда гетманы и старшины любили вечером помузицировать, поиграть на каких-то музыкальных инструментах или написать несколько стихотворений, подумать о чем-то глубоком, интересном, что они любили музыку, что у них были свои капеллы, что они очень любили литературу, у них были блестящие собрания библиотечные, что они любили книги, что они давали очень много денег на издание книг. Ну, то есть я пыталась открыть совсем другую гетманщину, которая мне интересна, которую я люблю, которую я хорошо знаю, и которая, вот, например, роль женщины в украинском обществе того времени. Женщины играли очень большую роль в 17 веке. Они занимали такое серьезное место в обществе, они располагали огромным количеством прав, в том числе экономических и других. Наверное, такой момент, который всех поражает, что плоды девушки, они могли выйти замуж за любого человека, которого они избирали, и ни отец, ни опекун, ни брат не имел права им навязать жениха. А в случае, если бы они, значит, избирали кого-то по своей воле, они даже иногда сбегали с этим человеком, а потом через суд требовали свою часть наследства. И самое главное, что они ее получали через суд. То есть вот, ну, какие-то такие вещи, которые, на мой взгляд, очень делают историю более доступной, понятной, более человеческой, что ли. И поэтому повседневная жизнь – это всегда очень интересно. А правильно ли я понимаю, что положение женщин в Великороссии существенно отличалось? Ну да, конечно, особенно до Петровской эпохи, да, со времен, когда Иван Грозный лишил женщину права получать наследство и быть владельцем земель. С этого момента, конечно, экономическое положение женщин в России, оно очень заметно отличалось от Великого княжества Литовского и потом украинского гетманства. Давайте, наверное, тогда еще хотелось бы, мы скользь упомянули, но подробно не остановились на работе вашего центра, директором которого вы работаете. Расскажите, пожалуйста, о его деятельности, о публикации. Ну, цель нашего центра – это, конечно, во-первых, сохранение и приумножение наших контактов, взаимодействия с Украиной. И в этом смысле вплоть до 2014 года у нас центральной частью деятельности был обмен с молодыми студентами, аспирантами и молодыми преподавателями Киева Могилянской академии, это центральный вуз Киева. И каждый год к нам приезжала большая группа молодежи из Киева, а наша молодежь уезжала в Киев по обмену. И это дало нам такую блестящую базу вот тех историков, которым сейчас уже там за 30, и они все прошли школу вот нескольких лет обменов, они все между собой очень дружат и поддерживают тесные отношения. Я очень надеюсь, что в каком-то будущем мы сможем возобновить такие обмены. Второе направление – это публикация источников, потому что я достаточно часто слышу от своих украинских коллег, что, конечно, она может писать такие монографии, потому что она сидит на архивах. Но действительно, в каком-то смысле я сижу на архивах, потому что большая часть источников по истории Украины раннего нового времени, она сосредоточена в Петербурге и в Москве. И, соответственно, конечно, находясь в России, этими источниками
пользоваться гораздо проще, чем находясь в Польше или Украине. Но именно поэтому мы считаем, что публикация источников – это важнейшая наша задача. И вот у нас есть целый ряд достижений, как кроме упоминавшегося уже Батуринского архива, мы издали два тома описей фондов, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов в Москве, которые относятся к истории Украины. И мы собираемся продолжать эту тему, мы планируем третий, может быть, даже четвертый том. Ну и вот последние 8 лет, это страшно сказать, но вот 8 лет мы готовили издание летописи Самойла Величко. Это... Сейчас я вам его покажу, одну секунду. Вот. Действительно. Да, это надо видеть. Это я только что привезла из Киева. Ни в коем случае нельзя это уронить на ногу. Нет, вы знаете, она довольно легкая, потому что очень хорошая голландская бумага, как и в оригинале. Оригинал тоже на очень хорошей голландской бумаге. Но это более 1200 страниц. Это колоссальный труд, который мы делали вот с моими учениками, с моими коллегами в Петербурге и с моими коллегами в Киеве. И вот результат 8-летнего труда, несмотря на все проблемы последних лет, вот он вышел в этом году, мы очень гордимся, это очень большой успех, и на основе этого мы планируем дальнейшие научные исследования, которые, конечно, тоже будут совместными. Наши поздравления, это действительно очень серьезно и весомо и зримо. Это работа. Если вы не возражаете, давайте мы перейдем к важной для нас теме, работы с историками-студентами. И у меня здесь следующий вопрос. Что, на ваш взгляд, нужно менять вот в традиционной системе обучения студентов-историков? Как вы считаете, на ваш взгляд, не пора ли возвращаться к специалитету, к пятилетнему обучению? Среди коллег, в общем-то, разноречивые точки зрения на это существуют. И второй вопрос, что из иностранного опыта, на ваш взгляд, применимо к нашим реалиям вот для такого обучения? Ну, наверное, если говорить о бакалавриате, то с бакалавриатом еще все более или менее неплохо обстоит. Потому что, в принципе, несмотря на то, что есть проблемы в ориентировании молодых студентов, чем они хотят и как они хотят заниматься, ну, все-таки это более или менее проходит безболезненно. Хотя лично я встречаюсь часто с такой ситуацией, что ко мне студенты переходят где-то на курсе третьем, и нам надо судорожно за 2 года преодолеть очень многое, чтобы написать достойный диплом. Потому что не все студенты могут сориентироваться уже в первом курсе, чем они действительно хотят заниматься. Ну, мне везло, у меня были... Есть студенты, которые вот с первого курса говорят, что они хотят заниматься только у меня и только вот там чем-то связанным с Украиной. И, соответственно, тогда уже 4 года ты можешь этого человека как-то вести в нужном направлении. Что касается магистратуры, то, на мой взгляд, это чудовищная проблема, потому что каждый год я встречаюсь с тем, что приходит... студенты из вузов, не имея никакой базы для дальнейшего глубокого изучения, которое предусмотрено в программах магистратуры, и очень часто, то есть обычно мне приходится начинать курс с чего? Я знакомлюсь со студентами и понимаю, какая у них есть база. Если они закончили наш или какой-то исторический вуз, то это хорошо.
А если они пришли, извините, из физического или, у меня были случаи, текстильного или еще какого-то вуза, то у них нет никаких базовых основ. И я начинаю вести курс, например, у меня есть курс «Этнические и религиозные конфликты в Речи Посполитой». И я смотрю на студентов и говорю: а вы о Речи Посполитой что-нибудь знаете? И я понимаю по их глазах, что они, конечно, что-то слышали, но это что-то было связано с 4 ноября, и что-то очень смутно. Поэтому как-то начинать курс для магистров, которые не знают основ, это очень тяжело, и ты первые несколько лекций просто вводишь их хотя бы примерно в курс дела, чтобы от чего-то оттолкнуться и уже двигаться дальше. То есть, конечно, это очень большая проблема. Очень большая проблема система приема в магистратуру. Вот в этом году она немножко у нас, например, в ВУЗе изменилась, и, по счастью, те студенты, на которых я надеялась, они смогли поступить. Вот. Но на самом деле, конечно, вот нынешняя система магистратуры, дающая возможность поступать людям без базовых исторических знаний, она, конечно, очень большая проблема. Потому что, ну, как можно писать магистерскую программу, если ты не знаешь элементарных вещей, что такое источниковедение, критика источника, как работать с архивным документом, ты никогда не держал в руках архивные документы, не умеешь читать, если ты собираешься заниматься там каким-то 17-17 веком, ты не умеешь читать скоропись. Да даже если 20 веком, ты тоже должен уметь работать с документом. То есть за 2 года это дать, ну, невозможно. Поэтому, конечно, проблемы здесь есть очень большие. Что касается моего опыта западного преподавания, и я много раз ездила преподавать и читать курсы в разные западные университеты, в частности, в Гарвардский университет. Из того, что, безусловно, является достоинством западной системы исторического образования, это умение строить дискурс, умение отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию. Это то, что большая проблема с нашими студентами, и вот на семинарских занятиях, особенно онлайн, очень сложно заставить студента начать говорить и высказывать свои какие-то точки зрения, уметь дискутировать. Причем дискутировать, вот западный студент, он умеет абсолютно по любому поводу. И вы знаете, это очень правильно в чем-то. Я не хочу сказать, что мне вот полностью нравится западная система образования. Они очень часто пытаются с таким глубоким убеждением, не только студенты, но и некоторые ученые, с большим убеждением говорят и пишут о вещах, в которых на самом деле разбираются очень поверхностно. И вот отсутствие традиции работы с источниками, она, конечно, на Западе это, наверное, наибольший недостаток. Но с другой стороны, если вот обратиться к моим студенческим годам семинарам из Крынникова, то он заставлял каждого из студентов в конце года делать доклад на базе своей будущей курсовой или диплома. И каждый из присутствующих обязан был задать вопрос. То есть вот не просто прослушать доклад о чем ты совершенно не разбираешься, но попытаться вникнуть и начать дискуссию. Это очень важно, понимаете, вот развивать свое мышление так нестандартно, что ли, и уметь не зацикливаться в себе, а смотреть шире и участвовать в дискуссии. Я бы только, может быть, вас поправил против вот такой обобщающей оценки западных историков,
меньше работающих с источниками и чрезмерным апломбом. Это, скажем, за явным исключением немецких историков и немецкой историографии источниковедения, потому что их фундаментальность работы, их работа с источниками, это, в общем, притча во языцах. В этом смысле они, конечно, от американской традиции сильно, наверное, отличаются. Ну, я больше говорю американской, канадской, ну, даже в чем-то и французской. Вот у меня больше связи было с Сорбонной исторической, но вот с ними. Не со всеми, конечно. Слушайте, а можно я переведу разговор в другой план? Уже упоминалось 4 ноября, и как-то проскочило, а мне не хотелось, чтобы этот сюжет так проскочил боком. Это ведь элемент такой нашей исторической политики, наших российских властей. Скажите, пожалуйста, что вы думаете вообще об исторической политике? Как бы, следует ли государству иметь какую-то историческую политику? И применительно к нашему государству, если оно ее практикует, то хорошо ли оно ее практикует? Вы знаете, я вообще большой противник любой исторической политики, как историк-профессионал, потому что я понимаю, что как только начинается политизация истории, сразу же уже мы не имеем дела с исторической наукой. Поэтому вот я в своих работах всегда стараюсь отмежеваться любой попытки политизации истории. Ну, например, многие мои коллеги в Украине говорят о Мазепе как о человеке, который вел европейскую политику и, значит, хотел Украину там включить в Европу. Но, понимаете, говорить о событиях начала XVIII века в таком ключе – это абсолютный нонсенс. Это значит не понимать события того времени, тех людей и так далее. Нельзя приносить реалии 21 века на 17 или 18 век и так далее. Это в любом случае уже политизация. Точно так же, как в свое время на Украине очень пытались отмечать битву при Конотопе, в которой войска Ивана Выгодского разбили русские войска. Ну, они действительно их разбили, действительно это была победа, правда, она не дала никакого преимущества ни одной из сторон, потому что Выгодского очень вскоре после этого свергли и так далее. Две стороны, российские и украинские историки, сцепились и, значит, с пены у рта доказывали, что нет, это не такая победа или такая победа. Я пыталась говорить, что, ребята, это не имеет никакого значения, если смотреть на исторические события 17 века. Давайте забудем про 21 век и посмотрим на 17 век, и тогда уже для нас эта битва будет иметь очень маленькое значение, потому что она действительно не повлияла на дальнейший ход событий. Ну или, например, вот в моей монографии «Инкорпорация» я, конечно, написала очень неприятные вещи, потому что мне удалось найти в Москве в архиве документ о том, что Иван Выгодский заключил в середине своего гетманства соглашение с российскими воеводами, своей лично рукой подписал документ, на котором, собственно говоря, сдавал все автономные права украинского гетманства в обмен на какие-то собственные блага и власть. Ну, конечно, факт очень неприятный, даже для меня был неприятный, потому что я как-то в Выгодском была большего мнения, но никуда не деться. Вот есть документ, вот его рука, он так подписал, и действительно он на это все согласился. То есть история – это вещь такая, где нужно все-таки идти от источника. И вот если ты идешь от источника и базируешься на документах, ты придерживаешься более или менее исторической реалии. А если ты идешь от каких-то политических концепций и к ним пытаешься присоединить источники, то тогда уже совершенно другая ситуация, и тогда перед тобой стоят другие цели. Но ты уже не являешься профессиональным историком, ты являешься политологом или еще кем-то.
Вот, поэтому тут совершенно две разные вещи. Если история и историческая наука – это одно, а если это политология и создание каких-то политических, идеологических концепций – это совершенно другое. Точно так же, как история в школе и историческая наука – это две большие разницы. Татьяна, в развитии вопроса Никиты. Я с вами совершенно согласен, что когда политика вклинивается в ткань истории как науки, то наука достаточно быстро гибнет. Когда начинаются исторические войны, то первыми в этой битве погибают историки, ученые. И вот что-то похожее мы сейчас переживаем в связи с набирающей обороты, значит, борьбой так называемой фальсификации истории. Да? Фактически вот эта криминализация истории, она, в общем, может коснуться историков самых разных специализаций. И не только 20 века и целого ряда тем в 20 веке, да, как история Великой Отечественной войны, но в какой... И у меня мой вопрос в связи с этим. Как и в какой степени это касается вас и касалось вот все эти годы в связи с ухудшением отношений с Украиной? Вы получали обвинения в непатриотизме, например, и в украинофильстве? Извините за этот... Ну, в общем, вопрос, конечно, не личный. Вы знаете, я получала так много различных обвинений с обеих сторон. Например, на Украине мне говорили, что я агент Путина, и... Потому что у меня был грант, президентский грант для молодых докторов наук. Ну, и это вот посчитали, что это, значит, это уже однозначно, что меня поддерживает лично Владимир Владимирович. Но объяснить людям, которые так считают, что это не совсем так, это довольно сложно. Поэтому каждый, наверное, считает так, как ему хочется. Точно так же, как и в России есть люди, которые вот считают, что если меня публикуют на Украине, то это значит, что там я, значит, придерживаюсь украинофильских взглядов. Хотя это, опять же, не так. Вот у меня совсем в прошлом году вышла монография «Калиевщина. Великие иллюзии», а сейчас она выйдет на русском языке в издательстве «Нестор История» при поддержке Российского фонда, и эта монография будет называться «Между Россией и Речью Посполитой. Правобережная Украина в эпоху гайдамаков». Это будет о событиях 18 века, гайдамацком движении, знаменитом восстании Калиевщины. И вот в своей монографии я на основании сотен показаний участников восстания, я именно сотни использовала, потому что я понимала, что иначе никто со мной не согласится. Я показываю, что они восставали с целью присоединиться к Российской империи. И их мечта была присоединить правобережную Украину к левобережью в составе Российской империи под властью императрицы Екатерины и объединиться, значит, в Гетманщину. Другое дело, что это была иллюзия, никто в России этого не хотел, но эти люди действительно об этом мечтали, это была их цель. Конечно, это стало, ну, таким неприятным шоком для очень многих моих коллег на Украине. И тут проблема заключается в том, что поспорить очень сложно, потому что эти самые люди это говорили, и их десятки, сотни свидетельств мной проведены. И поэтому, ну да, вот все сложно, неоднозначно, но такова история. И вопрос, который для нас очень важен. Как вы видите цели и задачи, стоящие перед корпорацией историков?
Ну, или, скажем так, на ваш взгляд, эта корпорация уже существует или только ее предстоит создать? Ну и в заключение вопрос, каким, на ваш взгляд, должно быть место и роль ученых-гуманитариев в современном обществе? Ну, наверное, прежде всего, роль ученых-гуманитариев, она должна заключаться в том, что их работа, их отношения должны стоять вне политики и вне каких-то сиюминутных политических ситуаций, в которых мы оказываемся. Потому что на самом деле перед нами стоят очень большие задачи введения в научный оборот документов, пластов, источников, личные отношения, подготовка молодежи. Потому что на самом деле, если вот, например, сейчас разорвать отношения, мы вырастим большое поколение молодых историков, молодых специалистов, ну, в той же Украине, которые никогда не бывали в России или которые не имеют никаких контактов в России. На мой взгляд, это очень опасно и очень плохо. Точно так же, как для российских молодых людей, которые не знают, что такое Киев, не занимаются, там, я не знаю, Киевской Русью, никогда не бывали в Чернигове и так далее. Это на самом деле ну, не то, что неправильно, это чудовищно, и это может привести к очень серьезным последствиям потом, лет через 20-30, когда эти молодые люди станут 40-50-летними и будут определять политику и, ну, и жизнь своих стран. Поэтому между нами, за нами, гуманитариями, стоит очень большая задача сохранения каких-то тех же гуманитарных культурных связей, которые разрывать нельзя. Мы действительно очень связаны, мы действительно, вот вся Восточная Европа, мы имеем и родственные, и исторические, и всякие другие связи. И если брать изучение истории любого там 17, 18 или 20 века, невозможно ее изучать в отрыве, потому что все равно, как бы ни, какие ни были бы исторические формы, там, Великокняжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя и так далее. Все равно это были пограничные территории, которые оказывали огромное взаимовлияние. И вот эти факторы, их исключать из истории невозможно. А про корпорацию историков скажите два слова. А корпорация историков, безусловно, существует. Я могу сказать, что когда я приезжаю на Украину и общаюсь со своими коллегами, или мы общаемся в Zoom или в Skype, безусловно, историк-профессионал, он всегда на самом деле находится выше всяких политических барьеров и препонов, потому что когда мы говорим о каких-то научных понятиях, о каких-то научных открытиях или ведем какие-то научные академические дискуссии, это настолько интересно и увлекательно, что, в общем-то, все остальное отпадает. А вот в июне этого года в условиях коронавируса я предприняла такую инициативу. Мы вместе с Харьковским историко-филологическим товариществом организовали конференцию, в которую включили около 30 человек, ведущих специалистов по истории Украины 17 века, из России, Польши, Украины, и там еще присоединились Франция, США и Канада. Где-то около 30 человек нас собралось, мы говорили 2,5 часа или около 3,
мы не могли наговориться, у нас было колоссальное количество вопросов, которые мы хотели обсудить, в чем-то спорили, в чем-то не соглашались, но нигде никогда не выходили ни за какие рамки академической дискуссии. И, как мне показалось, это был очень яркий пример того, что вот это имеется такой колоссальная нехватка общения именно академического, научного, потому что невозможно заниматься какими-то вопросами истории России XVII века, отрешившись от того, что в это время было в Польше или на Украине или в Литве. Все равно нужно общаться со специалистами, которые как-то с тобой на пограничье находятся, потому что это расширяет твои собственные горизонты и открывает какие-то новые видения, какие-то новые знания дает. Ну и, собственно говоря, эта академическая дискуссия приводит к колоссальным прорывам. То есть, по-моему, все равно, несмотря на что, корпорация существует и она на самом деле работает. Развитие вопроса разговора о новых перспективах. А каковы, собственно, ваши планы? Ну, после того, как мы сдали «Величко», мы собираемся заниматься очень серьезным текстологическим анализом и привлечь к этому российских, украинских ученых. Это вот одна из таких задач, которые мы сейчас планируем, активно обсуждаем. Ну, а из таких, может быть, немножко более локальных, но не менее интересных, буквально тоже недавно, несколько дней назад, в ведущем украинском издании «Украинский историчный журнал» вышла моя статья по поводу спорных моментов нахождения и возможности поиска могилы Богдана Хмельницкого. Статья вызвала колоссальный такой отклик, и сейчас уже возникают вопросы о возможности сотрудничества целого ряда академических институций России и Украины в поисках могилы Богдана Хмельницкого. Я думаю, это такая тема, которая для всех безумно интересна и увлекательна. И завершающий вопрос, в общем, тоже уже достаточно традиционный. Ваша оценка места и роли общества «Мемориал» в жизни нашего общества? Вы знаете, я считаю, что историческая память – это самое важное, что вообще существует. И я в своей жизни очень часто встречалась с двумя крайностями. С одной стороны, очень многие люди считают, что историей можно заниматься непрофессионально, что историей может заниматься абсолютно любой человек, просто потому что он почитал Ключевского или Соловьева или еще кого-нибудь из современных авторов, которые стоят на полках в буквоеде, которых я, извините, не помню по фамилиям. И поэтому они считают, что они могут судить об истории. То, что история является точно такой же наукой, как физика или химия, и требует определенных компетенций, знаний, умений, подходов и прочего, вот этого понимания среди большинства населения на самом деле нету. И в этом очень большая проблема. Поэтому нас очень многие любят судить об исторических событиях, не имея на то никаких профессиональных основ и баз. И поэтому историческая память в нашем обществе, она очень своеобразна. Но если брать советские времена, которые я хорошо помню, то мало кто говорил о том, что он помнит своего деда или тем более прадеда. Потому что если бы копнуться туда куда-то подальше, можно было накопать что-то такое, что могло привести не очень приятным последствиям. Поэтому все предпочитали не помнить. Или говорят, да, из крестьян, из рабочих. Потом вдруг перестройка оказалась, что да не из рабочих, а вроде как из дворян, а может быть даже из там достаточно высоких дворян,
а может быть из священников до высочайших рангов, а может быть из мещан, да еще из купцов первой гильдии, ну и так далее. И вот эта проблема исторической памяти, которая у нас в стране, она во многом связана с тем, что очень долгие десятилетия ее совершенно умышленно отсекали, не передавали следующему поколению. Там у моего, мой прадед, например, уничтожил все свои фотографии. И у нас практически нет фотографий его, потому что он был адъютантом главного штаба, офицером российской армии до революции, и когда началась революция, он очень хорошо понимал всю ситуацию и уничтожил все связанные с этим документы. И таких людей было очень много, и поэтому традиция отрицания своей исторической памяти, она у нас очень сильна. Именно поэтому у нас очень большие проблемы с тем, чтобы помнить и осознавать, что было на самом деле. И вот мне кажется, именно в этом главный смысл деятельности таких организаций, как «Мемориал», чтобы на самом деле помнили и говорили, приятно это, неприятно, это не имеет значения, главное, чтобы знать и помнить, а уже оценивать – это другой момент. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо большое за беседу. И сейчас мы приступаем к не менее важной части нашей беседы, нашей встречи. Это ответы на вопросы наших зрителей. Я обращусь к Александру Митьковскому, который технически сопровождает нашу встречу, и поинтересуюсь, есть ли вопросы. Написали ли в чате вопросы? Ну, на самом деле, вот такое пренебрежительное малоросса, оно существовало и в XVIII веке. Но в XVIII веке вы не забывайте, что центральные фигуры Российской империи, они были все-таки связаны с Украиной. Разумовский, фаворит или и муж Елизаветы Петровны, а затем главный канцлер екатеринской эпохи Андрей Безбородко. Это вот выдающиеся украинцы, которые не только внесли большой вклад в Российскую империю, но, по сути, ей управляли. И поэтому какое-то такое пренебрежительное отношение к украинцам или малороссам в этот период был, конечно, сопряжен с большими возможными неприятностями. А вот когда начинается отток украинских лидеров от центральных должностей в Российской империи, а это где-то уже эпоха Александра I, участие Украины очень важное в Отечественной войне 12 года, но после этого все-таки решили не воссоздавать украинскую автономию. И вот тут вот где-то вот на этом этапе начинается такое немного пренебрежительное отношение, и особенно это, конечно, было связано с тем, что боялись, что Украина повторит путь Польши, начнутся национальные восстания, и на смену вот этого страха приходит такая политика пренебрежения и политика отрицания. И вот отсюда запрет украинского языка. В чем конкретно выразилась эта политика пренебрежительного отношения? Ну, пренебрежительное отношение – это, прежде всего, отрицание языка, отрицание права на национальную автономию и запрет использования. Простите, но Луиский циркуляр – это ведь вообще Александр II. Ну, это уже, да, это уже Александр II, но политика, она начинается раньше.
и переходит потом, когда начинается Кирилло-Мефодиевское товарищество, вот это уже страх и ужас того, что это может воплотиться в какую-то политическую активность, и все это на фоне польских восстаний приводит вот именно к Валуевскому циркуляру и затем уже Ямскому указу. Татьяна, я вот слушаю вас, подумал, что ну, вообще-то пренебрежительное отношение, оно отнюдь не только к украинцам ведь проявлялось. Если соответственно, вспомнить ко многим так называемым инородцам отношение это было не намного лучше. Да? Я не говорю про еврейский вопрос, да, где были достаточно серьезные ограничения, там, вплоть до черты оседлости, не только, но в целом... Вот, немцам, например, вот всем прибалтийским немцам, начиная там от Сбирона, это вот же такая именно вот, что это такие мелкие, нищие, пытающиеся там, значит, сделать какую-то карьеру в России, на самом деле такие, ну, предупреждительное к ним отношение. Ну и то же самое, в общем-то, и к полякам, тем же. Но это вы говорите про элиты. А если брать шире, если говорить не об элитах и отношение к другим народам, вот в том же 19 веке, в начале 20 века, как оно меняется? Ну, за отношением народа всегда стоит центральная политика. И центральная политика, она уже вот второй половины 19 века, это есть великороссийский народ, есть и остальные. И вот это, конечно, приводило к такому осознанию, что если ты говоришь на другом языке, то ты уже вторичен. Ну, то есть оно шло отсюда. Потом было очень много разных этапов и разных подходов, ну, та же украинизация в 20-е годы 20 века. Это не привело к какому-то действительно серьезному повышению роли статуса украинского языка или Украинской республики в Советском Союзе, но, тем не менее, такого, наверное, пренебрежительного в тот момент не было. А что это за процесс? Скажите в двух словах. Ну, собственно говоря, это была попытка еще высказанная Лениным, попытка в национальных республиках базироваться на национальных кадрах. И убедившись в том, что национальный вопрос имел колоссальное значение в годы революции и шел из масс, и действительно был крайне востребован людьми, и вот понимание того, что вот нельзя просто так отмахнуться и сказать, что это проявление буржуазного национализма, а надо это как-то использовать и как-то это возглавить, то вот отсюда, собственно говоря, и шла политика там украинизации, белорусизации или других национализаций с тем, чтобы опираться на национальные элиты, национальные вопросы, национальный запрос к самореализации культурной прежде всего. И вот это была попытка в 20-е годы предпринята, потом она была свернута, но это была, в общем-то, очень дальновидная стратегия. Ну да, это как не вспомнить, как ее сворачивали любимым обвинением, одним из любимых обвинений, часто встречающихся в это время в национальных республиках, были как раз обвинения в соответствующем национализме. Украинском, казахском, грузинском. Да. Прочее. Спасибо. Еще вопросы? Саша, появились ли еще вопросы у нас? Нет, вопросов больше не появилось. Ой, а можно я тогда, крохотулешный, задал вопрос?
Да, конечно. Татьяна, а на уровне отношения к повседневной жизни? Вот не на уровне политических интересов и каких-то политических доктрин, а на уровне повседневной практики. Существовало такое пренебрежительное отношение? Ну, смотря когда. Ну, до революции, после революции. Ну, до революции по литературе, по источникам, конечно, это прощупывается. Ну, и у Пушкина, как там у него там, «Князья не прыгало из хохлов». Но это вот как раз 19 век, это вот особенность 19 века, и, наверное, это в чем-то это реакция российской элиты, которая с завистью и, скажем так, с ревностью смотрела на успехи украинской элиты 18 века. То есть тут это такая реванш, я бы сказала. Спасибо. Очень было интересно. Спасибо огромное, Татьяна. Мы вас от всей души благодарим. Беседа оказалась очень насыщенной, яркой, интересной. И спасибо нашим зрителям. Спасибо всем огромное. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. До свидания.